Правила общения со спортсменами и коллегами-журналистами, этический кодекс и явление фэрплей, помощь и благородство в общении и в работе, презентации и разъяснение деталей в зимних видах спорта, экскурсия в Олимпийский парк и Олимпийскую деревню. Так прошла двухдневная программа 4-го Всероссийского форума спортивных журналистов в Сочи. Спикеры на семинарах призвали представителей пишущих, теле- и радиокомпаний поддерживать спортсменов олимпийской сборной и брать пример с канадцев и англичан. Четвертое и шестое место своих команд жители этих стран преподносят как большие победы. Пока наши журналисты сомневаются в успехах сборной и ищут острые темы для публикаций, в Европе, Америке и Канаде поддерживают спортсменов, а вера в успех уже половина успеха и почти залог удачного выступления. Организаторы форума призвали болеть за наших спортсменов, за наш флаг и за всю страну, и больше ориентироваться на личность спортсменов, их большие и даже незначительные победы. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион, Сочи.